Вопросы защиты прав несовершеннолетних, профилактика и выявление сиротства, а также пресечение нарушений среди подростков. Эти и другие задачи стояли на повестке дня на плановом совещании Координационного совета. Защита прав, свобод и нормальная социализация юных граждан города в исключительных жизненных ситуациях – это уже забота комиссии по делам несовершеннолетних. Приоритетным направлением ее деятельности является профилактическая и разъяснительная работа. Индивидуальная работа с семьями и детьми, действенная мера по предупреждению о социальных действиях. Аналогичная работа проводится и органами внутренних дел. Проводится проверка семей, состоящих на учете в ПДН. И с несовершеннолетними их родителями проводятся беседы профилактического характера. Благодаря подобным мерам удается значительно улучшить климат внутри семьи. Для этого также проводятся и общесемейные мероприятия – спартакиады, утренники и городские праздники. По результатам совещания отмечена положительная динамика не только в деятельности каждого ведомства, но и в целом по системе профилактики асоциальных проявлений. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.